Итак, друзья, всем здравствуйте! И сегодня мне удалось создать вот такую вот огромную большую кошку Black Cat. Это, друзья, что-то невообразимое, просто невыносимое и неосязаемое. Вот посмотрите. Ну как мне удалось создать, друзья, вот такую вот кошку-гиганта? Да, друзья, это, конечно, было непросто, но тем не менее мы имеем то, что имеем. Так, друзья, давайте проверим, что может эта кошка. Ну-ка, проверка на мыльный пистолетик. Айки, лусь-лусь-лусь-лусь-лусь-лусь-лусь. Понятно? Она непроницаемая. У нас еще, друзья, есть вот там вот такой вот доктор, который доктор-великан. Он чуть-чуть забагался в текстурах. Вот, друзья, посмотрите, непонятно, что он здесь делает. Ну-ка, посмотрим. Лусь, лысый может через него вот так вот насквозь проходить. Так, вот эта палка, как мы уже знаем, друзья, она обладает текстурами. Вот так вот, лусь, опа! В смысле? А как он ее отбил? Я не понял, слышишь, докториха? Докториха, повариха, ничего себе! Ну-ка, лусь, он как-то отбил ее только что, не понимаю, что это такое? Я раньше такого еще не видел. Ну-ка, лусь, нет, ну ты посмотри, я слабо бросаю, вот так. Лусь, ну ты посмотри, лусь, ё-моё, лысый, ты, я видел, как он, а ну-ка, лусь. Ну, я просто не могу выше его подбросить, но я точно помню, он его как-то, он отбил его, отбросил этой палкой, как-то непонятно. О, ну-ка, лусь, ну ты посмотри. Ладно, друзья, давайте пока что вернемся к кошечке. До этого я посажу вот здесь, и скоро мы за ним придем. А вот этого возьмем одного и вернемся к кошке, чтобы посмотреть, что она может. Так, хорошо. У нас получается, если мы здесь вот так вот посадим лысого вот сюда, то по кошке мы вот так вот не попадем. Итак, друзья, давайте, значит, что проверим. Я создам лысого, посажу вот так вот возле кошечки и возьму, друзья, сейчас бомбежку-лепешку. Посмотреть, сможет ли кошка что-то убежать или что-то сделать. Но, насколько я знаю, друзья, она неуязвимая, ей ничего не грозит. Поэтому можно вот так вот проверить. Айки, лусь! Понятно, стоит на месте. Хорошо. Ну как-то она, смотрите, еще головой что-то... А, она на доктора смотрит, я понял. Ей не нравится, что там доктор что-то ждет. Хорошо, друзья. Давайте возьмем передячий пар и попробуем, знаете, что сделать. Вот так вот. Айки, лусь! Ну-ка! Хорошо, закроем дверьку. Дверьку закроем, возьмем пистолетик вот так вот и откроем. Ну-ка! Понятно, лысенькие, здесь разборки, были чуть-чуть разборки, хорошо, друзья, лусь, посмотрим, вылетит ли кто-то сюда вот к кошечке, вот сюда вот к нашей кошечке, в смысле, ничего себе, вот это да, подгузнички подгорели, конечно, у человека, ну хорошо, друзья, так, посиди пока, лысый, на баскетбольном колечке, посиди на баскетбол, вот так вот, а мы, друзья, значит, что сейчас сделаем, так, дядь Вова, давайте уберем вам дверку пока что и создадим вот здесь вот лысого и его вот так вот увеличим, это, друзья, будет очень интересный эксперимент, вот так. Лусь-лусь-лусь-лусь-лусь-лусь. О, башка забагалась уже в стенку, но это ничего страшного. Давай-давай, больше-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 больше. Расти большой. Вот так. Ничего себе, в смысле? Друзья, обратите внимание, его нога сейчас вылезет в коридор. Вот это да. Купила мама валенки позорные, называется. Смотрите, позорные валенки. Ну давай-давай. Так в смысле, это что, может... Ха! Мне вот, друзья, знаете, уже принципиально интересно. Это что, нога к нам в квартиру даже сможет залететь? Ну-ка, лусь-лусь-лусь-лусь. Лусь, ничего себе! Эй, лысый! Я не понял! Главное, не прогони пинком кошку, а то я тебе дам. Ой, это что-то здесь они появились как-то вообще неуместно. Так, лусь. В смысле? Я не понял, он остановился, смотри, друзья, он больше не растет. Он не растет больше, что это такое? Смотрите, о божечки, давай, если закрыть дверьку, там в смысле? Не понял, куда он пропал? Друзья, не понял, что такое. Хорошо, если я его возьму и принесу к доктору, вот так вот, и вот сюда, несем. Докториха, может тебе вот это надо было? Ну-ка, лусь. Ну так вот, я его там посадил. Да в смысле? Друзья, он куда-то выпал в закулисье. Но мы можем, знаете, как проверить? Убрать вот эту дверку и посмотреть. Ну, вроде бы там никого нету. Хорошо. У меня, друзья, еще нарисовалась одна идейка. Ё-моё, я же совсем забыл. Нужно дать лысому бомбежку-лепешку, чтобы проверить, что будет делать доктор. Ой, боже мой, я уже забыл, что у нас дома живет кот. Так, друзья, давайте... О, кстати, погодите. А если вот так вот дать вот эту штучку такую, такой магнит? Интересно, притянет ли он кошку? Лусь? Опа! Ничего себе, лысых всех притянул. Вот сюда, вот, ой, на голову сел. Да в смысле, ой-ой-ой, это отдай. Это не игрушки, хорошо, друзья. Давайте сейчас теперь что проверим. Смотрите, я могу дать вот эту штучку вот этому человечку, лусь. А теперь, друзья, нам надо сразу же дать вот это. Космический такой вот пар. И, друзья, раскальфарик, он сейчас должен превратиться в нормального. Ай, лусь, ой, не раскальфарик, а этот. В смысле, куда он улетел?
Это, друзья, минимайзер. Лось, ой, хорош. Доктор, стой, здесь, вот ты видишь. В смысле, а что? А, он еще до сих пор летает. Лось, хорошо, уберем дверьку тетя Наташи. Вот этот лысый пусть уже летит вот туда. Так, сейчас посмотрим, чем там все закончится. Ну-ка, сейчас, друзья, закончится действие, и он... Вау, смотрите, здесь можно видеть даже картину на втором этаже. Ну хорошо, друзья, давайте проверим то, что я давно хотел. В смысле, это что такое? А что это так... Лысый, я не понял, ничего себе. Это, друзья, знаете, он сейчас стоит в такой позе, когда я выходил в школе к доске, и тоже, когда не знал ничего, то вот так вот делал руки, вот так. Учительница мне удивлялась, как ты так делаешь руками, смотрите. Типа, не знаю, что делать, хорошо. Так, я его вроде бы взял, но он что-то не идет. А не, идет, смотрите, идет. Иди сюда, вот здесь открываем, сюда, вот так вот, сюда, и вот сюда. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, вроде бы, в принципе, а ну-ка, закрыть. Нет, ну так дело не пойдет, лысый, это так дела не делаются. Хорошо, друзья, мне нужно спуститься на первый этаж и, конечно же, взять бомбежку-лепешку, чтобы его превратить в нормального. Ну-ка, сейчас посмотрим, как это сработает. Ай, чики-лусь, понятно, спускаемся еще раз на первый этаж. Не сработало, потому что, друзья, нужно взять минимайзер. Вот минимайзер, друзья, 100% нам поможет. Я кое-что придумал. Так, нам нужно взять минимайзер, но, друзья, планы резко меняются. Я его даю минимайзер, вот этот лусь, он превращается в нормального. Я его вот сюда вот так открываю, ложу, создаю еще одного вот так лусь, теперь закрываю. И сейчас посмотрим, друзья, чем это закончится. Ну-ка, лусь. Это, друзья, самое мое любимое зрелище, когда они крутятся в этом космическом корабле. Ну-ка, и раз, и давас, и трис. Ай, пчи, хай, понятно, лысый. Видите, друзья, один пропал. Вот, одного нету. Вот, видите, пожалуйста, еще один нашел баг. Ладно, друзья, давайте спустимся на первый этаж. Все-таки, друзья, нам нужно что-то придумать с доктором, потому что он что-то там стоит и не хочет оттуда проходить. Лусь. Уходить никак не хочет. Хорошо, друзья, так, выкинем пистолетик и вернемся к сундучку. Так, давайте вот так вот, вот так, наугад наберем. Ой-ой-ой-ой-ой, так, утка, это нам не пойдет. Так, вот эта юла, это нам тоже не пойдет. Утка не пойдет, кактус не пойдет. Не понял, так а в смысле, а, вот же еще что есть. Ну-ка, лусь, докториха. Да как насчет клювом понюхать вот такие вот пузырьки. Вот такие пузырьки, лусь. Нет, что-то смотри, друзья, что-то он как-то не понял. Что-то, доктор, я тебе хотя бы клюв помою. Здесь хотя бы есть мыло, это мыльный пистолетик. Вот так, друзья, вот так нужно помыть шапку доктору помыть, вот так вот. Мне кажется, друзья, ой, боже, сколько уже пузыриков, смотрите. Доктор, ты бессовестный, ты своей палкой разбиваешь пузыри. Так, лусь. Кстати, друзья, вы знаете, я ранее этого не проверял, а ничего, можно вот так вот сделать их много. Вот так, лусь. Лысая, выходите в коридор, боже мой, здесь уже, в смысле? Что это такое? Как ты туда залез? Я не понял. Ну хорошо. В общем, друзья, смотрите, что мне нужно сделать. Мне нужно еще раз дать магнит. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой, уродил. Ничего страшного. Сейчас мы, друзья, снова возьмем магнитик. И вот так вот. Айки, лусь. Ну-ка. Поменяется что-то или нет? Ну ты посмотри. Ну, друзья, видите, это было видео для того, чтобы показать вам, как у меня получилось создать в доме вот такую вот кошку-гиганта. Смотрите, ничего себе, какой-то шар бильярдный выпал. Лусь, докториха, на тебе шар. Ладно, друзья, уважаемые дамы и господа, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно поставьте лайк на видео и напишите кодовый секретный комментарий. Черная кошка! Так я буду знать, друзья, что вы смотрите мое видео от начала до конца. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю. И не пропустите мою следующую интересную, упоморочительную серию. Все, друзья, увидимся в следующем видео!